Ну перестанете драться и дам. Не деритесь, плохие подписчики, плохие. О, ой, чувствую, Дед Мороз. Эдисон, дай лодку. Да, я тебе дам сейчас лодкой, да. Полбу дам. Если ты, конечно, хоть. Смотри, Никич и Мия самые большие драчуны. Вот прям драчуют каждый день. Ну, в смысле, бьются. Вот. Это Костя. И Костя тоже драчун очень сильный. Да, да, мы тебя уже не один раз полили, а Костя. А мне лодку. А ты драчун, поэтому тебе лодку не дадим. Спасибо. Костя дерется каждую серию. Короче, как делишь, крепчишки, с вами снова Эдисон из сборища наркоманов. И Стасик, и Мунстер, это два единственных нормальных подписчика. Добро пожаловать в новую серию лучшего мунсруфера, ютубера, подписчика, наркомана, человека без новогоднего настроения, с новогодним настроением, короче, неважно. Новая серия, это значит то, что нужно ставить лайкукусики. Кто не поставит лайкукус, тот кто? Кто? Скажите мне, кто? Тот никто. Ленивая сорокатанция. И ленивая сорокатанция, тем более. Поэтому the map is house, чур дерево мое. Хлебушек, не... Да я тебе. Да ты меня, ты меня. Давай меня. Мир, давай. Давай мир, давай перемирие. Блоксторм, это значит то, что ничего не будет, потому что все спрячутся просто в доме. Мия, привет. Привет, Мия. Ой, смотрите, там нами... Нет, все же кто-то умер. Никич. Так потому что Никич. Мы знаем то, что Никич каждую серию почему-то пытается сам умереть. Ну, я не знаю, зачем Никич это делает. Но Никич не надо. Чур дерево мое! Мое. Чего вы все это дерево бедное любите? Ну ладно, сейчас будет у нас какой-то лава-флут. Вот ты, Костя, там и будешь сидеть в своем доме. Вот. А, нет, нет, извините, не лава флут, тандершторм! Ой, как давно я хотел это сказать. Ой-ой-ой, да, вот именно, Константин Петрович. О, я видел Стасика, как шандарахнуло, да, Стасик? Чуть-чуть. Вот сейчас вообще никого не шандарахнуло. Не, меня очень сильно ударило, на самом деле, меня уже два раза ударило. Вот, Мия, я вижу, тебя шандарахнуло. Хлебушек, как делишки? Нормально, а у тебя там? Сейчас опять залагает. Это идея. Мия, ты сама начала. Что? Тебя избили. Мия, Мия, не обижайся. Ты сама начала меня бить. Дай ей морковку. Как Андюля. А, ладно, у кого сколько монет? У меня на самом деле уже 12. Честно, не знаю как, даже не спрашивайте как. 12. 35. А, да, ладно, ну вот ты врешь, почему-то. Нет, да. Я тебе зуб даю. Сейчас скажу чистую правду. Зуб, смотрите, да, зуб не дай. Хорошо, Константин Петрович. Успел! Прям в последнюю миллисекунду заскочил в ларек шаурмой. Так, а кто умер? Никич, я... А меня вытолкнули, но мне... Ну да. Ты вторая умерла. Ненавижу эту так же, как она тебя ненавидит, Никич, мне кажется. Чур, дом мой. Подождите, на них она будет. Да нет, вот здесь все нормально. Подожди. Мия, тебе здесь всегда рады, залезай. Где Никич и где... Они на дереве. Я пойду телек посмотрю. Мы можем, в принципе, телек посмотреть, кто хочет. Запускайте дом 2, я не знаю. Голубой огонек, давай Новый год же. Давай поженимся. Нет, лучше прятки. Давайте прятки запустим. Прятки запустим. То есть нашу же серию пряток, да, должны запустить прямо сейчас. Конечно. Да. Ну хорошо. Тогда надо мной прямо сейчас подсказочка на предыдущую серию пряток. Нажимай обязательно прямо сейчас и смотри, потому что в предыдущей серии утка. Я бы сказал, обгадилась, но это было слишком... Спасибо. Не-не-не, утка была запечена в яблоках, вот, поэтому... А нам мышку вообще на вилку насадили. О, да, всех тут поубивали. А мне в голову кинули вилку. Да я не могу понять... Опа! Всё! Ять! Это не я вообще-то был, почему ять? Что ты говоришь, ять? Я-то тут при чём? Меня чуть не скинули. Давай, Мия. Мыш, не желаете ли вы до свидания? Мия. Вот ты давай, вот ты. Мия, ну мир. Цены, мир. Эдуард, мир. Проверяйте. Эдуард.
нет, минус не Никич. А, нет, минус Никич. Никич умер. Мое дерево. Не трогай, пожалуйста, не трогай. Лава флут просто вангую. Чекайте. Чекайте прям лава вейв. Почти угадал. Мио. Пацаны, пустите меня. Доми, пожалуйста. Эй, хлеб. Ты чё, какашка? Ты не хлеб, ты какашка. Мия, вали этого! Вали этого Никича, или как его там? Ты смотри, какой... Ты неудержимый просто, неудержимый. Опа, вот неудержимый и шандарахнется. Слушай, я скидываю как могу. Костя горит, хлебушек горит. Костя! Хлебушек. Костя, бывает, Костя. Никич меня начал. Сам Никич, потому что ну самый большой моё дурак дерево, нашей компании, что я могу сказать? Мое, это мое дерево. Я первая за это. О, извините, я ливаю. До свидания. Мне неинтересно на вашем дереве больше, я ухожу отсюда. Прощайте. Ой. Ага. А мне норм. А ты где, Мир? Ой, подождите, ты на дереве. А Мия, на тебя вот как раз кити-инти шандарах. А я в домике побуду. Так, на меня вроде ничего не падает. Вот на Костина Петровича шандарахнулась. Мия, я жив. О, у меня истерика. Кто умер? Кто умер? Мут, нет. Хлеб. Хлеб, как ты сдох? Хлеб, это тебе месть. Опять залагал. Так, у меня 6 коинов. У тебя тоже? Ее, горки хочу. У кого 6? У кого 6? А тут почему у меня 7? У меня 6. У тебя 7, Стасик? У меня 7. Ах ты ж читер, Стасик. Читер. Так посмотрите на него. Ой. Ой, вот это мы все любим. Подожди, оставляем хлебушка одного. Оставляем хлебушка одного. Сейчас Гасты его будут валить, потому что Гасты его любят. Иди сюда, назад, иди. Они меня, да, а я их нет. Ой. Это что сейчас было? Как минус 4 сразу? Передаю Гасту. Подождите, я видел, как Мия сдохла. Я видел, как Стасик. А ты рад этому, ты рад. Я нет, потому что я не понял, как все упали в один момент в одну яму. Там ты, блин, Костя вылез и... Да, вообще, на самом деле, во всем виноват Костя. Давайте к этому придем, к такому соглашению. Вообще, Костя, слушай, ты честно, Костя, бан! Так, пойду звонить своим одноклассникам, говорить, сейчас привет будет. Костя, сейчас разбаним тебя, подожди. Сейчас спасем этот... Самый хулиган большой на этом сервере. Так, подожди, дайте, мне нужно разбанить Костю. Не трогайте меня, пожалуйста. Ой, не надо Костю разбанить. Давай после. Да, давай. Костя, короче. Костя, сейчас мы запишем эту серию до конца, и я тебя разбаню, подожди. Так, ничего вроде на меня не падает. Пардон, Константин Петрович. Все, разбанил, заходи. Заходи! Да меня домогаются. Опа, а подождите, а кто-то умер? У меня такой вопрос. Дайте я угадаю! А, нет, я думал, Константин Петрович умер. Нет, все нормально. Что случилось? Я ничего не понимаю. Что случилось? Короче... Да алло! Кто такой паразит? У меня такой вопрос. Костя, скорее всего. Я тебе скажу. Костя? Да не я это. Вот это существо, которое нас остановило. Да, потому что... Мия, Мия, я случайно, извини. Не твою... Что? Да столкни этот Никич, заколебал этот Никич уже. Забоним. Никич, ты хулиган, самый большой на этом сервере. Давайте забоним Никича. А давайте на самом деле, вот Никич. А давайте. Да не, подожди, Никич единственный тот человек, которому все равно, умирает он, не умирает, проигрывает, не проигрывает, в бане он, не в бане. Костя, катайся. Ой, Тандершторм, ладно. Я тут для хорошего я настроения просто. Катаюсь, я хочу. Тандершторм! Валим отсюда, пацантры и пацанессы. Так. Ой. Ай, слушай. Кто там пописяка такой, а? Знаете, так. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Хлебушек, не стой возле меня. Хлебушек, то меня тоже шандарахнет сейчас. Я ты притягиваешь молнии, Мия, уйди. Никич, с ума сошел!
Вот шандарахнула меня, только что видел, как шандарахнула. Да меня Никич бьёт. Да потому что Никич дебил. Дебил. Ну это правда. Чур, на этот раз дерево мое. Извините, пожалуйста, я первый сказал. Я первый. Домик мой. Сталкивай, сталкивай, хлебушка, сталкивай. Хлеб. Да, как он залез, хлебушка, как ты залез, а? Главное, что Никича здесь нет. Это самое главное. Вот давайте вы сами... Ой, до свидания, до свидания. Это же твой дом, о чем ты? Ой, Мия, она здесь будут бить? Нет, если мы не будем туда... Мне кажется, ой, уже у меня в реальной здорово, жизни. Здорово, всем привет, всем привет. Не стрелайте, не стрелайте, пожалуйста. Они мне не нравятся. Мия, они нас видят привет, через зеркало? Нет, они не видят. Ой! Где спарили? Куда, а кто? Да, не подходи, да я не подхожу, Мия, не толкайся. А-а-а. Все нормально, все нормально. Все на... Ой, будет целый. Косячик горит, я вижу. Ой, Мия! Мия, прячь! Вот так вот, кто тут на дереве? Ой. Кто на дереве? Ой. Так, Мия, стой здесь. Не вылезай. Они... Ху, кто умер? Костянчик, конечно же. Кто же еще? Самая любимая карта на этой планете. Это нет, не моя. Не-не-не. Самая худшая. Самая худшая, почему самая худшая? Все же ее любят. Я что-то боюсь, не знаю, что это может быть. Мия, как ты думаешь, что сейчас будет, а? Только не га. Ой. Мия, Мия, не пускай меня никого. А, не пускай! Я вам это под. Мия, я тебя не сталкивал! Вот ты вот! Толкай! Давайте, Никичи. Да как? Да чё вы никого не... Костя, ты дебил, Костя, ты знаешь? А ты чё, ты чё это только сейчас узнал? Ой, Стасик, ты что там делала, Стасик? Нельзя скинуть вроде бы. Нельзя скинуть, конечно нельзя, потому что Костя подставил всех, мы хотели Никича скинуть. Короче, делом... Мия, ты посмотри на этого хулигана. Да что там, Костя, ядрить, колотить, ты что делаешь? Так, он наверное, нужно действовать бан. По старой схеме. Он все-таки воду. Бан, просто по старой схеме. Костя, короче, знаете, я даже не знаю, что это за дичь. У нас на сервере организовалась какая-то группировка Никича и Костя. Люди сами умирают просто, Прыгают, умирают, Вы что делаете? Меня толкнули. Ничего не знаю. А, да, толкнули. Это секта, меня хлеб толкнул. Да, игра еще не началась, ты горишь, тебя хлеб толкнул. Ну, конечно, конечно, да. Когда успел. Меня подставили. Братан, краны с мамой. Ой, у меня тут проблемы, я залажу. Короче, я поехал в Африку. Не ищите меня. Там Никич. Есть, ты мне сломаешь вагонетку! Никич! Он меня заколебал, честное слово. Он всех заколебал, так же, как и Костя, мне кажется. А давай ты просто нам пожелаешь Новый год, и все, и больше ничего не будешь говорить, Костя, хорошо? Мне не надо, что-то. Костя, смотри, а сами сейчас катаются, у меня забрали вагонетку, сами сейчас катаются, а? А еще можно взять. Продам вагонетку, у меня есть. Давайте обменяем. Я тебе сейчас ее так же сломаю, как вы мне сломали, а? Сволочи! Смотри на них. Ой, Мустер, бедная, Мустер тебя ударила? Мустер. Да. Мустер, иди сюда, я тебя поглажу, Мустер. Извини, а пожалуйста. Нет, спасибо. А давай я тебя поглажу. Не надо, о, вагонетка, Мия, подбирай вагонетку. Чур, дерево мое. Нет, мой домик. Короче, мы играем до 30, у меня 24 коина, если что, я уже... А у меня 25. Это как так? Ой. Ой, извините. В общем. Ой, да. Лезет, Никич лезет. Да Никич вообще еще тот. Ой. Да ты... Слушай, дебил! И сам упай, сам так тебе и надо. Там... Хлеб, беги! Или ну, смотрите, вышел из игры. Конечно, обидно, наверное. У меня 26. У меня тоже 26. По сравнению с вами у меня очень мало. Подожди, тебе 2 коина дали? Кому?
Тебе? Нет, почему? Ты говорил до этого, что 24. Ну, а сейчас у меня 25. Или сколько? Какая? Нет, подожди. Ой, да чё залагало-то? Алло! А у меня 28. У меня тоже 28. А я вас разочарую, у меня 30. Как? Ну, потому что я за эту игру ни разу не умер, это раз, и я всегда врал то, что у меня на один коин меньше, чтобы вы меня не трогали. Ебать, за последние 5 каток я затащил 30 коинов! Ух, спасибо большое, спасибо за участие, всем спасибо, я могу спокойно выдохнуть. Подожди, алло, все на меня ополчились, значит так, подписчики, да? Я сам. Ну, Костя сам, как обычно, Костя, значит... Стасик, ты-то меня почему била? Стасик! Стасик меня ударила! Вы были хорошими людьми. Вот как значит, да, вы поступаете. Ладно, мне кажется, на этом уже можно закончить, поэтому ставь лайкусик, подписывайся на канал, если хочешь продолжение, обещаю, если ты поставишь лайк, подпишешься, нажмешь на колокольчик, сразу же выйдет новая серия лучшего хулигана на этой планете. Мы все тебе дружно скажем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.